Скидки на пиво! Требую скидки на пиво! Не могу бухнуть! Раз коленка, два коленка, по икре стекает пенка. Всем привет, дорогие друзья! С вами Стэк, с вами Саша Грей, с вами... Где он? Мистер Гвоздь! Он пригласил домой Саша Грей, значит, а ее клеит енот. Тебе что, мало мусорок на улице? Ходи, воруй пряники засохшие. Вы о чем здесь говорите? Неужто о жизни? Ну, не обижайся на него. Я твоя. Мистер Басков! Ты чё такой самовлюбленный? Чё-то говорит, что я свистит спид в моем плече. Что-то... А! Где я? Стоп! Где... А, ты мог бы уйти. Не место Баскову. Вот и уходи. Он реально, он похож на Баскова. Он, во-первых, он никому не нужен. Во-вторых, он богатый и поет все время какую-то херню. Так, что за веревка? Что за веревка? А, это стол. Мистер Гвоздь, я понимаю, ты с Эдди Мёрфи живешь уже много лет. Вы построили свою жизнь вместе, живя в этой квартире, но стоит подниматься и переодеваться. Так, стоп. А, не то ты делаешь. Вот это хорошо. Ой. Чуть не плюнул себя, нужно искупаться. Так, стоп, ты что, дурак, что ли? Он в штанах моется. Либо он окрашен в синий цвет, потому что даун. Либо он купается в трикошках. Это тоже говорит о том, что он даун. Делайте выводы, ребят, за кого мы играем. Так. Вы видели это? Мистер Гвоздь боится мышей. Он просто вскочил с кровати, как увидел эту мышь. У нас тут... Вот она, крысяна. Ползет к моим ногам. Может быть, можно как-нибудь уничтожить? Ням-ням, да. Мышеловочка, смотрите-ка. Мышка ползет, мышка плывет, мышка ползет между ног. И... Смотри, он уверенный в себе. Он думает, что он крут... А, все, мышка сдохла, отлично. Так, ну я, во-первых, хочу какать. Давайте используем туалет в нужных целях. И пойдемте в гости к нашей женщине. Я сама к нему пришла. Вот он, вышел мужик. Ну-ка, не позорься, переоденься перед женщиной. Вот это дело другое. Привет, нежная. А, нет. Ой. Прости. Да ладно. У тебя, наверное, мыши просто. Вот ты и сердишься, да? Ты куда ушел? Эй. Не, ну вы бы еще в разные квартиры подошли и разговаривали. Да что? Вы что там жопой друг от друга третесь? Ай, мистер Гвоздь, иди за своей женщиной. Слушай, я шел, там мышь, я такой типа, на ей. Слушай, я тебе заплачу, чтобы ты ушел. Твои истории просто очень неинтересные. Прости уж. Охоу. Слушайте, ребята, слушай, заткнись, может. Она вообще ни в какую не хочет разговаривать со мной. Неужели это из-за того, что у меня такой острый подбородок? Книгу читать пошла. Любовь и бутерброды, наверное? Нет, полька какая-то. Для книг для детей. Ну ты чё, совсем что ли? Слушай, может разденешься? Да, конечно. Ну, отлично. И куда она ушла-то? Чё, не понимаю, как с ней общаться? Ты что, промежность свою раскрыл? Ты же в юбке как не... Ты чё, телепортируешься? Время музыки. Та чё, тварь, а? Коктейль-бар «Звездное небо». Свойство участка — романтическая аура. Давайте сюда пойдем вместе с Сашей. Да, почему бы нет? Почему я раньше не додумался просто взять и уйти с ней куда-нибудь, чтобы не мешал нам Эдди Мёрфи с Уолтом всякими этими самыми? Слушай ты, я тут романтическая. Чё, здесь как-то скучно, смотрите. Какой-то один Эминем плавает в бассейне лысый, и все. Где романтика? Одни бабки, смотри. Вон бабка, раз. Вот он, дедушка. Куда мы пришли, блин? Это как какой-то престарелый приют. Приют престарелых. Что я сказал? Дом престарелых. И даже тут меня черный человек пытается отогнать от моей женщины. Пойдем курить кальян. Сесть и болтать здесь. Он пошел с нами. Как ты меня бесишь, а? Уйди от нас. Ладно, не могу прогнать, буду с ним флиртовать. Заигрывать. О, да ты классный, смотрю. А. Все, он ушел. Отлично. Я так могу, потому что я часто в рот беру. А ты что можешь? Какие твои таланты?
Скажи мне все. То есть, по-твоему, я бесталантливый? Мне кажется, я придумал, как нам завлечь внимание нашей Саши Грей. Я буду петь ей песни, а она станет моей. Да я стихами заговорил, видите, я музыкальный человек. Только некому играть. Нужно дождаться музыканта. Я уже половину вечера здесь стою. Где музыканты? Где моя музыка? Куда все люди убежали? Все в караоке-баре тусят, серьезно? Этот самый Басков здесь поет. Все, спасибо, что закончил. А, слушай, ты хочешь со мной быть? Да, могу, но при одном условии. Ты должен спеть мне лирическую песню, и я вся твоя. Ой, да это легко. Я лирических песен мастер. Пойдем покажу. Завлекает мусашнику своими лирическими песнями. Теперь понятно, почему она не хочет меня. Где я вообще есть-то? А вот он, я ж шлюхенция. И Сашка уже ушла давно. Ну ё-моё, день не удался. Все, я в печали, я домой. Так, это уже интересно. Мы вдвоем вернулись домой, и это шанс мой третий и последний на сегодня. Говорить про стоимость недвижимости. Уж что-что, это очень романтичная вещь. А сколько стоит твоя будка, в которой ты живешь и живешь? Моя будка... Во-первых, это дом. Во-вторых, я там не живу, я там... Да, в принципе, не важно, что ты там делаешь. Пошла к Эдди Мёрфи! Блин, чем-то он её привлекает. Чем-то привлекает. Не знаю, чем, но... Она прям к нему тянется. А я к земле тянусь. Солнце, Оксимирон, Джонни Бой. Между нами тает лед. Ага, садись ко мне. Конечно. Так, стоп, все было так просто. В смысле? А, как насчет Джонни Боя? Оксимирон лучше. Я так считаю. Ха-ха! Уделал ее. Ладно. Опустим тему рэпа. Какие фильмы ты любишь? Не дай бог, какие-нибудь защитники. Ты что-то имеешь в виду против защитников? Так, это уже меня совсем не привлекает в ней. Ты сказала? Да, сказала. Защитники? Да, защитники. Хороший фильм. Душа у меня болит, понимаешь? Не могу смотреть другие фильмы. Не смогу я слушать другую музыку. Плохо мне. Живется мне плохо. Рот все время занят. Не могу я нормально жить. Ну, твоя проблема. Чё ты пристал? Я просто... Сосать люблю. Да, люблю. А, черт, я оскорбил ее. А, черт. А. О, что-то шея болит. Плохое утро. Мой палец. Сука. Как ему сложно дается слезать с кровати. Это просто жесть. Вот, держи. О, подкупил женщину. Как раз лирическая песня, которую просил и Саша. Ты чё? Да как... Как это понимать? 20 баксов, я тебе чё... Ну ты вообще. Как-то раз по небу я прокатился и нашел кусочек спермы с лавашом. Смотрите, настоящая жизнь просто. Продавцы между собой... Это, конкуренция. Кто-то там зовет... А, пирожки, тыква, соленая сперма. Я такой, смотрите, у меня столько пирожков, столько бананов. Ох, что-то конкуренция на рынках, да, ребят. О, женщина. Обожаю. Вот кантри, не кантри, а как он? Рок-н-ролл. Ну, вот такой петь как вообще, чё? Она херачит просто супер мелодию. Даже женщине нравится вот это, смотри. О! 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 Yes! То, что я и хотел! Давай! Ну все, женщина устала, слушайте мои ушераздирающие вопли здесь. Я в ком? У нее перо в ухе! Твою мать, че, ты дура, что ли? Ой, там митинг какой-то. Какие-то скидки требуют, да? Смотри, проценты. Скидки на пиво! Требую скидки на пиво! Не могу бухнуть! О нет, это бесполезно. Мы с отцом пошли гулять, а он сказал мне: сын, умри, я
Хотел всего лишь быть подольше с твоей мамой. Смотри, сколько мужиков собралось на песню отца неудачника. О боже, что за бред творится в этой игре? Где мой мистер Гвоздь? Стоит в коридоре, умирает. Вот как с ним жить? Как с ним жить, когда он стоит вот так вот и все? Вот. Пойдемте к музыканту. Вот, ребят, лайки поставите и буду петь тогда. Мечты. Как я понял, лайков нету, да? Окей, давайте закругляться на этом. Такие уж проблемы. Женщина просит, я не могу ничего поделать. Спасибо, что смотрели эту серию. Надеюсь, она хоть немножко подняла вам настроение. Если так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал здесь впервые. Заходите в всякие группы, в инстаграмы, картинки всякие там смотрите, которые вы мне рисуете. Вы вообще такие талантливые. Вы мне нарисовали несколько картинок, я такой типа, чё это мне? И я такой типа, охренеть. Не знаю, к чему я это сказал. Я вас всех очень люблю. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что вы здесь со мной сейчас. Пишите комментарии, что нам поделать в следующей серии. С вами был Стэк. Всем удачи. Всем до свидания.